Ассаламу алейкум! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Я рад вас видеть на своем канале. Сегодняшняя тема будет про температуру тела у детей. Я вам буду рассказывать, что такое температура тела, какие типы, причины и как лечить в домашних условиях. Что такое температура тела? Температура тела – это комплексные показатели теплового состояния организма человека, то есть баланс между образованием тепла в организме и теплоотдачи на поверхности тела. Для начала я хотел вас спросить, какая нормальная температура у детей? Считается, нормальная температура у детей составляет от 36 градусов до 37 градусов. В среднем это 36,6 градусов. Кроме того, температура тела, как у взрослых, так и у детей, в течение суток показывает различные показатели. Например, самая низкая температура наблюдается утро, примерно 5-6 часов утра. А самая высокая температура наблюдается между 17 и 19 часами. Основные причины повышения температуры тела у детей. К основным причинам относятся вирусы, инфекции, бактерии, прорезывание молочных или постоянных зубов или после получения вакцинации. С практической точки зрения, температура тела можно разделить на два типа. Первая – розовая лихорадка, вторая – бледная лихорадка. Розовая лихорадка – это относительно неплохой прогностический признак, потому что общее состояние такой ребенок достаточно удовлетворительно или нарушено более-менее. То есть у ребенка появляется чувство жара, постепенно повышается температура тела, слизистые и кожа становится розовая, пульс бьется чаще, дыхание ускорено. Бледная лихорадка. Бледная лихорадка намного хуже розовой лихорадки. Во-первых, его хуже диагностировать, потому что подходим к ребенку, но не увидим, что у него повышена температура тела, он бледный, чувствуете у него кожа холоднее. Как правило, состояние таких детей намного хуже, намного тяжелее. У ребенка появляется чувство холода, чувство озноба. Он начинает дрожать. Что делать при розовой лихорадке? При розовой лихорадке, во-первых, освободить его тело от лишней одежды, обеспечить доступ свежего воздуха, то есть проветривать помещение, обеспечить прием достаточного количества жидкости, это может быть морс, компот, вода и обтирание водой. Температура воды не должна быть высокая, приблизительно 24-25 градусов. Обратите внимание, обтирание можно только водой. Категорически запрещается обтирать водками, уксусом или спиртом. Если температура тела у детей выше 38 градусов, то в домашних условиях можно дать парацетамол и ибупрофен. Если эти лекарства не помогают в течение 30-40 минут, то необходимо нужно вызвать скорую. При бледной лихорадке мы должны немножко нагреть, то есть его конечности мы должны укутать чем-нибудь, одевать ему носочки, дать ему теплую воду. Ребенку нужно согреть для того, чтобы расширить его периферические сосуды.